Приветствую, друзья! Продолжаем мы с вами прохождение за Владимиро-Суздальскую Русь. У нас 173-й ходик. Пропустил я без вас где-то 8, получается. На 165-м вроде как остановились, или на 166-м. Сейчас уже точно и не помню. Ну и у нас что? Мы готовились к войне против Киевской Руси. Мы с ней разорвали союз. Мы даже немного повоевали, мы потерпели поражение под Кафой в Крыму, как-то переоценили свои силы, вышли одним стеком против двух, и нам дали хорошего такого пинка под зад. Вот. Но с тех пор прошло немало времечки, да. Нам, как видите, уже перепал Чернигов. Я его просто садил раньше всех. Ну и он быстрее всех сдался. Сдался без боя, без какого-либо. Они просто сдались. Вот. И поэтому, собственно, на пару ходиков позже начинается съемка этой серии. Потому что я думал, здесь будет бой, я его покажу, но боя не случилось. Ну и получается, после потери Чернигова у Киевской Руси осталось 3 города: Переславль, Шурукан и, собственно, Кафа. Вот. Переславль сейчас сдастся на этот ход, Шурукан через 1, и Кафа тоже через 1. Вот. Но это мы все с вами увидим, все вместе сыграем, все, в общем. Все перед вами будет. Помимо этого, готовимся постепенно к войнушке с половцами. Накапливаем на их границе потихонечку силы. Тут, допустим, раз стек, тут 2 стек, здесь 3 стек, здесь 4 стек. Вот, все это пойдет, естественно, Владимир Волынский, пойдет на Баю, плюс войска, которые освободятся под Переяславлем, пойдут на Олешье, из-под Кафы, возможно, тоже на Олешье, возможно, морским десантом отправятся куда-нибудь по Черному морю, потом по Дунаю в Терговиште. Вот это мы еще посмотрим, как оно пойдет. Как-то так, как-то так. Ну, помимо этого, даже начал потихонечку и к войне с монголами последующей готовиться. Поскольку у нас провинций всего лишь 30, надо нам 45, то есть 15 провинций. Нам в любом случае придется с монголами воевать, если мы хотим что-нибудь у них отхватить. Да, они ближе всего находятся, и проблем с ними, с городами, захваченные у них, не ожидается. И если в Европе где-то захватывать, там гораздо больше проблем будет, поскольку дальше от нашей столицы. Ну и вот видим, уже вот здесь приготовлен стек, под Хлынове сидят ребятюни. Ну вот здесь товарищи тоже постепенно будут формировать стек на Малый Сарай. Здесь, естественно, на Казань, на Елабугу. Ну и также тут новая партия убийц здесь стоят. Ну и, конечно же, с Магасом на Тбилиси, с Баку. С Баку еще неизвестно, тут, скорее всего, будет восстание. Придется заново подавлять, как в Булгарии. Ну, в общем, такое себе. Ну и, конечно, по монголам в последнюю очередь надо бить. Потому что тут еще у них своя драчка идет с византийцами, с крестоносцами. Пускай больше войск потратят, чем больше, тем лучше. А итак, в принципе, все рассказал, все показал. Там, в принципе, по дипломатии у нас были события на самом деле. Я немножко про них забыл уже. Хотел с них начать, ну ладно. В общем, 166-й ход. У нас Генуя, которая была вассалом Франции, становится вассалом Византии. Ну, то есть мы помним, да, что византийцы собрались возле Загреба. Я так понимаю, что они сходили к этой самой Венеции, которая генуэзская, и, собственно, ее давали там лещей, да так, что генуэзцы с испугу аж стали вассалами. Вот такие веселые тут творятся дела-делишечки. Ну, плюс началась война Арагона с Португалией. Ну, скорее всего, мы помним, что Арагон вроде как собирался под не Гранадой, а как под Кордобой. Скорее всего, они Кордобу захватили у кордовского халифата, собственно. И появилась общая граница с Португалией. Вот они начали там замес. Хотя у них, в принципе, и так, по-моему, была общая граница. Ну, не суть, не суть. Но еще плюс началась война Сицилии с Византией. Не удивляйтесь, они мирились до этого. Я на это как бы не стало заострять внимание. По-моему, на 165-м ходике там было сообщение, что Византия с очень многими странами сразу замирилась. Там с Киевской Русью замирились, с Сицилией замирились. С кем еще там? Сейчас вспомню. С кем-то там, в общем, они воевали еще. Они порядка 5 стран сразу замирились. И вот на следующий ход у них вновь началась война. Вот такое дело. Ну и еще плюс... Плюс еще... Как видим, французы в Плотске. И они здесь не просто так. Они надавали лещей Тевтонскому ордену. И тевтоны с огорчения стали тоже вассалами французов. Вот такие интересные здесь творятся дела-делишечки. Ну и мы увидим, что тут Тевтонская Паланга, которую, между прочим, французы осаждают. То есть я этот момент упустил, по всей видимости, и не заметил, когда все поменялось. Да, поменялось. То есть у них в вассалах по-прежнему немцы находятся, а с тевтонцами они уже не вассалют, а уже вполне себе пытаются захватить. Но это на самом деле дело такое, не очень хорошее, поскольку после взятия Паланги у нас будет прямая граница с французами. И это, конечно, это уже любопытно. Это надо накапливать силы. Но у меня тут, конечно, ребята есть. Ребята стоят. Есть, конечно, небольшие проблемы с логистикой, с накоплением таких нормальных отрядов, нормальных армий. Все это нужно как-то формировать, честно говоря. Порой забываю, порой просто некогда. Тут еще борьба с еретиками всякими разными, которые засели в Финляндии и в Карелии, конечно, тоже отнимают время. Вот. Но да ладно, это все будет потом. А у нас, друзья, у нас сегодня Киевская Русь, точнее ее остатки. Ну что же, делаем ход, и сейчас, по идее, должен сдаться Переславль, столица Киевского государства. Посмотрим, что они нам продемонстрируют. Давайте делать следующий, 174-й ход. Ну что ж, друзья, получилось точно так же, как с Черниговым, со столицей. Тоже не решились ребятюни давать нам бой и решили просто сдастся. Ну что же, мы их за это пожалеем, не будем уничтожать жителей, а просто разграбим поселение. Так, ну что у нас тут новое? Буря. Буря — это неинтересно. Вражеский агент, но это недолго осталось. Княжеский перк, конечно, давай. Отношения ухудшились в Франции. Че это? Че это ухудшились-то? Перемирие Киева с Венецией. На всякие тут разный найм. Как обычно, целая куча. Хорошим посвященникам надо пройти потом, потому что я это дело забуду просто-напросто. Так, куда мы пойдем? Мы пойдем, наверное, в Баку. В Баку пойдем. Да куда угодно пойдем, на самом деле. Нам и вот сюда еще надо идти. Так, еще сразу нанимаем. Ревель. Давай тоже сразу нанимаем. Тут просто уже начинается такая, знаете, религиозная война. Кто кого. Надо постепенно здесь наращивать наше религиозное присутствие. Без этого никак. Так, сальцо. Сальцо. Да что ты будешь делать? Все тебя здесь вот колбасит, а? Вроде же все нормально с тобой было. Че ты разошелся? Не могу я тебя понять. И виселицу построили, тюрьму построили. Что тебе еще-то надо? Давай вот усадьбу тогда. Еще забацаем. Ну, в общем, такое. Рига. Так, еще Баку. На Баку пока тут еще все еще наше. А так чувствую, скоро станет не наше. Ну, в принципе, надо самому спровоцировать Баку, чтобы здесь восстание началось и зачистить по-новому. Так, где-то у меня Туров. Туров. Иди вот сюда. И еще одного наймем. Так, и у меня еще в Чернигове тоже товарищ епископ. Ну, тебя ясен фиг, куда-нибудь надо, я не знаю, вот под Олешье. Хорошо. С этим разобрались, со строительством разбираться не надо, у меня здесь все по накатанной идет, все нормально, все хорошо. Новости. Потери купца. Это всегда печально, обидно, но у меня их здесь достаточно-таки много. Новая партия придет не скоро. У меня я уже ограничен количеством рынков. На третье место мы перешли, были на четвертом, но вот за эти вот ходики, которые я пропустил, на единицу мы поднялись. По армии вторые, финансы третье, строительство тоже вторые, население четвертое, общее место третье. Ну что же, неплохо, неплохо. Давайте полюбуемся на наше новое приобретение. Славный киевский бывший град Переславль, 4000 он нам сразу приносит. Жители довольны, желтенькие, правда, здесь целый стек сидит. Это меня не особо радует, конечно. Ну что поделаешь, ничего не поделаешь. Давайте ремонтировать. Сразу посинело. Отлично, отлично. Такими темпами мне, по-видимому, придется еще раз зачищать все это дело. Что тут вообще есть? Днешний град, детиницы, княжьи конюжни, оружейная палата, дороги, стрельбище, броники, обширные поместья, мастерская требуше, оружейник, монастырь, мельница, княжеская военная академия. Ой, как тут всего много. Ярмарочная площадь, морская корабельщика, склад ресурсов, каменоломня, башня. Даже тюрьма есть. Боярская усадьба, гильдия охотников, зернохранилище, булочная, лесопилка. Ну и, собственно, это самое боевище. Ну что, первым делом тогда виселица строим. Куда деваться? Никуда не деться. Но тут много всего интересного. Да, ну, наверное, сразу же и заложим. Орудийные башни есть. Ух, орудийные башни, это мощно, это хорошо. Но, с другой стороны, Переславль находится, скажем так, не на границе наших территорий. В принципе, сейчас оно будет, конечно, граничить пока что с Олешьем. Но не ожидается, что сюда придут какие-то огромные силы врага. Наверное, большого смысла строить эти самые оружейные башни-то и нет. Ну, закажем кладбище. Давайте что-нибудь еще такого интересного. Что тут есть? Вот некий терем. Терем, почему бы нет? Ну и заложим. А, кстати, у нас это, как ее... Эпоха сменилась, 1300 год был. И там появились уже артиллерийские системы. Вот здесь, например, бомбарда. Я предлагаю ее как раз заказать. Пускай будет. Будем в Переславле лить, собственно, эти самые бомбарды. Ну, здесь какое-то переобучение, скорее всего, брони или оружия. Вот. Потом видно будет. Ну и, собственно, как-то вот так. Ну, давайте по-быстрому пробегусь, сделаю то, что хотел сделать. Особо здесь с агентами мы не будем работать. Ну, вот, единственное, если только вот с этими. Давайте... Ух ты ж. Не, еретик находится не у нас, пускай вот тут. Пускай стоит. Вот когда будет у нас, тогда и будем с ним разбираться. Тем более тут... Скажем прям, не особо большие проценты на его уничтожение. 51,47% это не то, о чем я мечтал. Так, дипломата вот еще грохнем. Замечательно, просто великолепно. Что у нас тут еще? Вот, кстати, войска собираются. Причем они собираются тут в большом числе. Давайте, наверное, все соведу я где-нибудь возле Киева. Высаживаемся, милорд. Конечно, высаживаемся. Хрен нам еще делать. Ну вот, и потом переформирую их в какие-то более-менее удобоваримые стейки, чтобы там всех было и по многу. Ну, вот. Тут он еще до кучи. Вот ребята идут. Два отрядика. Я про них, по-видимому, забыл, да? Ну, давайте пока здесь поставим. У меня здесь возле Новгород-Северского он собирается, товарищ наследник княжич Ярослав. А я его даже трогать не буду. Зачем ты мне сдался? На следующий ход вы и так сдохнете. Без всяких этих самых погони. Что ж с тобой не так-то, товарищ? Сало? Ты буквально вот прошлый ход у тебя все было нормально. Лазучик, что ли, про них? Какой-нибудь шведский, наверное, да? Но не иначе. Так, ну видим, что французы зачистили окрестности Паланги от войск Тевтонского ордена. И уже просто взяли в осаду. И, скорее всего, в следующий или через ходик они штурманут его. И кончится история Тевтонского ордена. Да, ну у них, в принципе, вот есть город, но не факт. Не факт, здесь может быть уже и не... А, собственно, и не тевтонцы. Но, к сожалению, там переправа закрыта французами. Так что мы не узнаем. Это город, не тот город. Но да ладно, да и не суть. Что еще на этот ходик надо было мне сделать? Из такого, ага, вот. Переобучился, да? Ну ты крут, Конечно. А почему нету известия, что ты переобучился? Как-то странно. Выступаем немедленно. Приказывайте. Ну ладно, тогда еще постой, коли ты не хочешь так. Ага, это у меня раненые. Надо переобучать раненых. Как тут все интересно-то. Ну, как-то вот так, наверное, пока. С наймом тоже пока не буду заниматься. У меня уже так много войск, что я уже за миллион вниз пошел. Конечно, не есть хорошо. Ну, как-то так. Рязань. Тоже раненые. Ну, как-то вот так вот пока что. Ну и вроде бы все. Больше у меня нигде ничего нету. Вот здесь вообще есть. Да. Я собирался поставить где-то вот в этом районе. Почту за честь. Крепость. Мы будем... И в ней накапливать, собственно, войско. Так, вот про себя бы не забыть, тебя обратно послать. Сейчас еще, собственно... Как зовут вашу... Убийц потренирую. Вот, кстати, хорошо вспомнил. Ох, какой товарищ! Я не знаю, почему так происходит, но на запись у меня агенты дохнут гораздо чаще, чем вне записи. Это какая-то, наверное, новая фишка. Вроде бы уже такие убийцы-то нормальные. 90% им постоянно десятка-то прокают. Вообще кино. Здесь вот потерял убийцу. В прошлой серии я одного или двоих даже потерял убийцу. В общем, это не есть хорошо. Так. Новая группа купцов готовится к найму. Хорошо. Хорошо. Итак, у нас, значит, Шурукан и Кафа. Но Кафа, судя по всему, тоже сдастся без боя. Здесь осталось... собственно, недобитки. Те, что с нами сражались, те, что с монголами потом сражались и проиграли. Но монголы, кстати, то ли ушли, ну, скорее всего, ушли. Я все надеялся, что у них будет замес с византийским стеком, но его так и не случилось. Ну, судя по тому, что войск не убавилось, как было, так и осталось. Кстати, можем заценить, собственно, византийский стек, его войска. Минаулаты 9.23. Такие копейщики, ратники. Таксоты, старые наши знакомые. Скификой 10.10. Дальний бой, семерочка. Неплохо. Аламанои 15.30. Неплохо. Газмули, арбалетчики, 10-16, дальний бой, семерочка. Ну, конечно, муртаты, куда без муртатов. Пятак, дальний бой, 10-10, неплохо. Ну и всадники, тоже, кстати, стрелковые, шестерочка. Ну, такое, такое. С халарией, я помню с халариев. Да, весело, весело. Ну что же. В принципе, все сделали. Давайте делать ход. Следующий 175 и, собственно, тогда-то все и решится. Вот, кстати, вспомнил, что я хотел убийцу переправить куда-нибудь в район Крыма. Буду защищать флот. Вот, и там творить всякие непотребства. Жду приказаний. Есть, милорд. Убийца ждет. Че ты убьешь его? 38%. Ну, друг, ну ты, конечно, это. Убийство? О, 62%. А надо нам это? Не надо. Почему не надо? А потому что нам лишняя война сейчас и ни к чему. Пойдем куда-нибудь в район Олешье, там посмотрим что-нибудь интересное. Ну тогда поехали. Следующий 175 ходик. Ну, как я и предполагал, Кафа нам досталась за бесплатно, она сдалась. Нам остается лишь этот город, что-то с ним сделать. Я, к сожалению, это не вижу, этот город нас почему-то в Шурукан перенесло, но там следующее событие будет. А Кафу пропустили, и что там в этой Кафе? Но будем считать, что там все хорошо, и мы лишь разграбим, не будем уничтожать жителей. Хотя... Ну ладно, просто разграбим, шутит. Ну и, собственно, Шурукан. Что, он тоже сдается? Ну что ты будешь делать? Они тоже сдались. Но вообще в Шурукане было достаточно много войск. Я уже думал, где-где, а в Шурукане-то точно как бы это, все будет нормуле. И нам удастся сразиться. Ну вот видите, как оно. Не хотят, не хотят. Так, король Норвегии мертв. Ну что ж, бывает. Киевский князь мертв. Тоже бывает. Надо повторение. Так, новая невеста. Давай. Британская принцесса. Собственно, сводка событий за 1307 год. Город Леон возвращен Франции. А вот так вот бывает. Но все остальное на паузе, друзья. Обучение в лагере. Ну что же, давай дополнительную охрану. Где там этот у нас товарищ с обучением? Он уже который ход пытается. Вот, вот сейчас получилось. Но это не то, это в безопасности. По-моему, что-то заклинило, друзья. Ну попробуем убрать товарища с лагеря. Может тогда эта стрелка пропадет. Кто ее знает. Так, обнаружился разведчик, лазутчик, половцы, да. Киевляне все сдохли. Еще один лазутчик. Ну и держава повержена, Киевская Русь. Ее больше нет. Осталось только Владимиро-Суздальская, друзья. Вот как-то так, как-то так. 33 провинции. Нам нужно 45. Всеми городами мы, кроме Саркела, обладаем. Саркел сейчас нынче монгольский. Новгород и Киев мы замочили. Да. Осталась лишь орда половецкая. И, собственно, осталось 12 провинций, не шутя. 12 провинций это много. Это много. У половцев сколько? У них, по идее, раз, два, три. 3 или 4 провинции. Шутю знаю, тут вот просто как они. Только Торговиш-то обладает, по-моему. Но если так, то 3 провинции получается. Вот возьмем половцев, у нас будет на 36 областей, и нам останется еще 9. Не шутя, 9 областей это довольно-таки много. Но вот если начнем монголов жрать, это раз, два, три, четыре, 5. 6 областей здесь. 6 областей. 6, 7, 8. Ну да, нормально. Нормально. Даже очень далеко-то идти не придется. Достаточно будет в Кавказ захватить. Так, ну я чувствую, что зря пожалел, да? Я вас пожалел зря. Вот как неудивительно, город бунтует, хотя по идее должно быть наоборот, а крепость зелененькая стоит. Ну что же, бывает и так, бывает и так. Давайте снова священниками займемся. Мне их просто надо вывести, чтобы не забыть, что они у меня наняты и сидят там. Потом я их раскидаю, куда мне надо. Туров, Чернигов. Слушай. Значит, Туров-то чего? Туров. Опять-таки, вот эти вот сантименты, они только мешают. Надо искоренять полностью, потому что потом одни проблемы. Так, здесь что мы построили? Все, в принципе, нормуль. Переславль отремонтировался. Ну хорошо, давайте верфь еще закажем заранее. Стройся. Ну и, собственно, что тут еще интересно? Еще один купец помер, к сожалению. Но это означает лишь, что в Ярославле теперь можно нанять еще одного купца. Но у меня где-то еще есть гильдия купцов на самом-то деле. Не только в Ярославле. Но я не помню где. А перебирать все города в поисках этой гильдии мне как-то особо не хочется. Так что продолжаю нанимать в Ярославле. И потом по Волге матушке, так сказать, мы их куда-нибудь отвезем. Так, чистое третье место. Хорошо. Ну и что же наши новые приобретения-то? Шурукан. Шурукан 2700. Денежек приносит. Что тут есть-то у вас? Но детинец. Центральный тракт. Пашня. Тут всякие засады старшей дружины. Мастер броника. Вот, еврейский пригород. Это мы дело снесем. Это вам тут ни к чему. Каменоломня. Мастерская баллист. Монастырь. Мельница, склад ресурсов, рынок, большие конюшни, стрельбище оружейное, резиденции гильдии стрелков. Неплохо. Воинское училище, пекарня и лесопилочка. Ну, конечно, тут сперва первым делом ремонт, да? Ну, хорошо, на этот ход вам есть чем заняться. Да и здесь есть чем заняться. Хорошо. Переобучаете, нанимаете, убиваете. Все норм. С Шуруканом разобрались. Ну и Кафа. Кафа, который, конечно же, я недоволен. И здесь так просто-то на самом деле опасно это дело. Если вдруг забунтуются, можем не успеть перехватить. Но хотя вроде бы бунтуются на ход мятежников, да? Они ходят последним, так что по идее-то мы должны успеть перехватить. Ну Кафа, конечно, ты меня реально подводишь. 50%, это при том, что здесь целый стак сидит. Но оно и ясно. В принципе, весьма далекий город. Сами видите, расстояние до столицы 50% недовольства. Так что тут уже, наверное, надо все последующие города уже просто полностью вычищать от населения. Иначе за счет расстояния у вас сразу проблема возникает. То есть, если не было бы вот этой фигни, то у нас бы... Ну, было бы нормально. У нас было бы к нулю где-то сделалось бы. То есть, 100% у нас, скорее всего, было бы. Но это, конечно, проблема. Это проблема. Но еще плюс, видимо, ни виселицы, ни тюрьмы здесь не построены. Это тоже плохо. Это печально. Но вот, кстати, еврейский пригород можем снести. Стало 65. Получше. Но еще вот платную дорогу. Она тоже 10% общественного порядка забирает. Сносим ее, и у нас посинело. Посинело это дело. Что же, хорошо. Значит, мы вытянем этот город из этой жопы, в которой он чутился. Ну и, кстати, темница построена. Ну, хорошо. Что у нас тут по ремонту? Высокие стены и скотный двор. Начиним. Ну и дальше виселица, тюрьма. Где здесь усадьба? А усадьбы нет, что ли? Печально. Ну давай колодец тогда. И какую-нибудь, я не знаю, что-нибудь такое на порядок нужно. Ну, например, постоял двор. Ну, правда, 5% всего дает. Так же, как и вечи. Есть что-то более интересное? Ну, вообще-то есть. Давайте вот сиротский период построим. Здесь, правда, с генералом не так, что хорошо. Да и, собственно, здесь можно налоги снизить. О, позеленело, друзья, позеленело. Ну, все, переобучайтесь, парни, переобучайтесь. Вам есть чем теперь заняться, не шутя. Ну и все, на этом, собственно, не сложилось сегодня с боевочкой, но у нас в предыдущих сериях было этих боевочек просто за глаза, так что сегодня обойдемся без них, наверное. Но, конечно, при большом желании можно найти, допустим, под Москвой мятежники стоят. Но я не думаю, что вам будет прям-таки очень интересно на это дело смотреть. Так что это я в фоне с ними разберусь. Давайте лучше, наверное, проведем обзорчик карты. Как у нас там складываются обстоятельства и положение. А то уже прошло почти 10 ходов, как мы смотрели. Ну что же, поехали где-нибудь, наверное, с севера, да, со Скандинавии. Что у нас тут интересного, веселого? Но мы видим, что Скандинавию постепенно тихой сапой пожирают пикты, ну, шотландцы. Шотландцы, они тут повсюду, они уже Упсулу захватили, не шутя. Ну и, собственно, это мы соседи Шотландии. То есть мы играем за Русь и являемся соседями Шотландии. Это, конечно... Это интересное дело. С кем шотландцы воюют? Они со всей Скандинавией воюют? Или с кем-то избранным? Вот Шотландия со шведами воюет. Ага, интересно. А норвежцы уже давным-давно их вассалы. Ну, это просто чудесно. Это просто... Ну, значит, Шотландии наступила жопа. Что я могу сказать? Потому что Шотландия, она маленькая у них. Ну, Раскили хороший город, Лунд хороший город, Кальмар. Она, конечно, замечательная крепость. И вдалеке Умботно виднеется. Но это все, что у них есть. И прямо так уже можно сказать, что они проиграли. Потому что, ну, сами видите, количество войск Шотландии и количество войск Кальмара. Ну, в смысле... что стоит под Кальмаром. Сравнение не в пользу Швеции, не в пользу, прямо скажем. Кстати, тут тоже было любопытно. Тевтонский орден отбил первый штурм Паланги. Да, надавали французам лещей, вот эти вот все вот малюсенькие ребятюшечки, которые остались. Это все те, кто огреб от Тевтонского ордена. Они снова подошли. Здесь подкрепление еще подошло. Ну, ясно дело, что рано или поздно французы задавятся количеством. Просто количеством. И дальше все это хлынет, наверное. Не знаю куда. Надеюсь, не на нас. Ну, здесь на самом деле огромное количество литовских войск. Их просто не видно. Они прячутся, я, наверное, так думаю, по лесам. Еще бы найти бы эти леса. Ну, где-то здесь они должны быть. По крайней мере, во время хода мне показывали, что они уходили куда-то на запад. Наверное, стеков 5. Ну, где-то в каких-то лесах вот они здесь обитают. Не знаю, в каких надо искать. Ну, в общем, у Литвы войск довольно-таки много. Ну и тевтонцы держат. Нет, Краков уже французский. Хотя здесь и есть он какой-то отряд Тевтонского ордена. Но уже все. Тевтоны одноклеточные, получается, стали. Но это все очень печально. Так, и у нас тут дальше, значит, что? Норвегия вассалы. Это все ясно. Транхейм, Аскара, два города. Это все, что осталось от былого могущества норвежских викингов. Ну, перебираемся на британские оловянные острова. Ну, здесь пикты. Одни лишь пикты, которые занимаются теперь торговлей со всей Европой. Вот такие вот веселые пикты. А дальше еще более веселые французы, которые практически покорили всю Европу. Да. Ну, они, кстати, так и тусуют на севере Италии, в довольно-таки большом количестве, наверное, не знают, куда идти дальше. Но у них, в принципе, единственный путь — это вот дальше на юг Италии, в Сицилию. Они с ней не воюют, потому что у них вообще как-то союз с Сицилией нет. У Сицилии нет союзов вообще. Они при этом умудряются воевать с Венецией, с Аюбидами, Кордовой, Византией. Ну, как-то так. Как-то так. Весело, одним словом. Ну что ж, давайте заглянем в Испанию. Что у нас тут? Что у нас тут? Ага, французов. Давайте снова смотреть французов. Я не помню, что французы воевали с Португалией. Они воюют с Португалией. Ясно. Я просто удивился, почему французские войска возле португальских городов. Ну, насколько вряд ли они смогут португальцев захватить. Слишком мало здесь французских войск. Но вообще, скорее всего, португальцев они задавят. Учитывая, что с Португалией еще и Арагон воюет, то, скорее всего, задавят. Но здесь поляки настругали войск под Гранадой, свои единственные. Тоже стоят на границе, ждут, куда вцепиться, как голодная гиена, где бы какой-нибудь кусочек оторвать. Но пока они цели не видят. Но я был прав, Кордова действительно поменяла владельца, теперь это дело принадлежит Арагону. Арагончику, который уже отсюда вряд ли уйдет. Но Арагончик вырос, да, правильная дипломатия спасла это малюсенькое государство, да, ну, отожрали у Испании, ну, как бы правильно-то, Леон, да, у Леона, королевство Леон, Толедо отожрали, Кордобу. Единственное, они вот Гранаду просрали. Был у них шанс захватить ее, когда был крестовый поход на Гранаду польскую. Они, в принципе, пришли практически первыми. Было их много, там, по-моему, 2 стека. И так они ничего и не смогли сделать. Причем они даже и не нападали. Так, постояли и ушли. Ну, дело их. Кордовский халифат. Ну, как он был, так он и остался. Единственное, он потерял все свои владения в Европе. Кордобу, Гранаду. Конечно, 2 очень сильных города. Один богатый, другой им дает всю линейку войск. Вот у них остались африканские владения. С другой стороны, их никто не беспокоит в Африке. Тунис, там, Махди спокойно развивается. Никто не высаживался. Вот. Чувствует себя прекрасно. Просто прекрасно. Остатки аюбидов в Бенгази. Так они и сидят. Как сидели, так и сидят. Что у нас тут еще? Французы. Гены. Ну, кстати, Гены, видите, Загреб захватили. В прошлый раз мы смотрели. Возле Загреба было огромное количество византийских войск. И я предрекал, что Загребу уже все, крышка. Его захватят византийцы. Но нет. Нет, не захватили, смогли как-то договориться дипломатическим путем. И теперь, собственно, Генуя в 2 провинции, Венецию и Загреб, являются вассалом Византийской империи. Вот как-то так. Как-то так и как-то эдак. Дальше у нас Венгрия. Который пока что ни с кем не воюет. Не, ну как она воюет, конечно, скорее всего. С той же самой Венецией, но у них нет общей границы, я так понимаю. Да, Венеция прикрыта теперь Генуей и Византией. С аюбидами и все. В союзе с нами, с французами и поляками. Любопытно. Но, кстати, венецианцев стало больше. Да? Мы видели 4 стека, теперь здесь уже 7 стеков. А чешуеть с одного города. Много. Много, ничего не скажешь. Ну что же, едем дальше. Собственно, Византийская империя. Дурацию держат. Белград держат. Загреб потеряли, но может оно и к лучшему. Зато у них теперь нет общей границы с французами, что, естественно, для Византийской империи очень выгодно. Вот. Можно не отвлекаться от замеса с монголами. Ну, центральной части они войска, конечно же, держат. Прикрытие Константинополя осуществляется. Все нормально. И, конечно, здесь в Мраморном море тут просто такое столпотворение, что просто глаза на лоб лезут. Ну и вообще войска, конечно, видать. Ну и, собственно, подошли мы к самому вкусненькому, да. Ну и видим, что за это время, пропущенное нами, кое-что изменилось. А византийцы не просто стояли трапезунт, они перешли в контрнаступление и захватили обратно Кутаиси. Это уже на самом деле не особо в мои планы входят. Я думал, это дело буду у монголов отбирать. По всей видимости, возможно, что буду отбирать у византийцев. Но не знаю, не знаю. Ну, вообще, здесь, конечно, у монголов еще есть армия, и у византийцев тоже. Да, давят. Ну, конечно, монголов подсуробило, как я и говорил, что если впишутся крестоносцы в эту войну, то монголам будет непросто. Но видим, что монголы взяли Алеппо, например. Очень даже неплохо. Карисия, Масул. Все это дело монгольское. Но здесь очень-очень много крестоносцев. Я думаю, они легко смогут это дело зарешать. Но единственное, крестоносцев теперь вот арабы еще отвлекают. У них так продолжается джихад уже на протяжении очень большого времени. Так они стоят под Акрой и периодически нападают, отвлекая войска крестоносцев. Учитывая владение крестоносцев, это не должно как-то вызывать проблем, наверное. От слова совсем. Ну и византийцы, конечно, тут такими табунами ходят, что просто мама не горюй. Да уж. Ну и монголы, конечно, уже не те. Золотопогонные стеки уже, наверное, давным-давно легли во Владимирской земле. А здесь уже такое себе. Не, ну есть, конечно, остатки остались, но уже далеко не то. Ну и, конечно, они здесь еще неплохо посражаются. Не вижу я, чтобы было прям, ну, очень много этих самых монголов. Уже нет той самой толпы, уже рассосалась она на самом-то деле. Так-то, если смотреть. И уже можно спокойной совестью с монголами воевать. Ни хрена они уже не сделают на самом деле. Да, и это дело надо все забирать у монгол. Они уже даже с мятежниками справиться не могут, бедолаги. 1000 извинений, но я служу не вам. Но говорить о том, что у них совсем нет войск, конечно, было бы неправильно. Войска у них есть. В том числе в Казани сидят. Они уже давно здесь сидят. И тархагуты по-прежнему также имеются. Вот ребята ходят, да, полным стеком. Тоже поди разбей их. Даже если получится, от стека нашего мало что останется, и это еще придется потом восстанавливать. Ну и здесь у них тоже, как видите, вот они, тархагут это. И пешие, и конные, все имеется. Даже фортики сидят. Здесь он есть. Ну, в общем, повоевать еще нам будет с кем. Будет. Конечно, это уже не элита, но тем не менее нам от этого сильно легче не станет. Ну и, собственно, Саркел, да, Саркел вообще пустой, хотя и с тархагутами. Ну что ж, друзья, вот такой обзорчик, вот такая серия. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайкосы, пишите комментосы, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем хорошего, пока-пока.